Учитывая, Наталья Ивановна, что вы очень много проводите встреч с людьми, и телефонные, прямые линии, и с глазу на глаз, что говорит народ? Я тоже много встречался в последнее время с людьми. Ну, может, мне не все скажут, как вам, поэтому это очень важно. Второй вопрос. Вообще, ваши планы Верхней Палаты Парламента на ближайшее время, как у нас там дела обстоят вообще? В-третьих, экспертный совет. Когда-то мы создали экспертный совет в нашем Сенате. Что вы видите на самом деле, в каком направлении здесь двигаться, чтобы нам принимать более выверенные, точные законы в нашем государстве?